Деньги сразу за 6 месяцев. В ближайшие полгода пособия и социальные льготы будут продлеваться автоматически, согласно указу президента. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе своего обращения к нации на фоне распространения коронавируса. По словам главы государства, все выплаты должны продлеваться без стандартных процедур. Хождение по инстанциям и предоставление различных документов. В Ульяновской области более 300 человек пользуются льготами. В региональном МФЦ обращают внимание, что все выплаты начисляются автоматически. Обращаюсь ко всем людям, которые получают меры соцподдержки. Автоматически будет начислена на полгода вперед данная мера, и обращаться в многофункциональные центры и в органы власти нет необходимости. Также в числе мер по поддержке граждан во время кризиса президент предложил выплачивать в течение 3 месяцев по 5000 рублей на каждого ребенка в семьях с правом на получение материнского капитала. Кроме того, из-за пандемии размер пособия по безработице может быть увеличен до уровня минимального размера оплаты труда. На данный момент МРОТ составляет 12 130 рублей.